Зацените, друзья, эту красоту и мощь. Какое здание обалденное, просто шик. Вон туда можно подниматься, осматривать окрестности. Видите, как бы окна смотровые. Ну и вокруг какая красота. Мост один, Тибр. Мост второй. Как бы вон собор Святого Петра. В общем, шикарные места. Потрясающе. Просто потрясающе. Ну, конечно, вот торгуют сувенирами. По 2 евро в среднем, магнитики всякие. Вот, но это можно брать, даже находить по евро. В основном, сами видите, кто торгует. Приезжие, бангладешцы, негры всякие. Скульптуры. Смотрите, какая высота. Внизу даже мотоциклы и велосипеды. Вот, и с той стороны тоже мост. Вот смотрите время на Тибре. Сколько мостов? Раз, два, три, четыре. Минимум 4 моста, которые в промежутке 200-300 метров.